событий акции вновь сплотились для помощи нашим бойцам СВО. Благотворительный концерт «Во имя Родины живи» объединил в зале городского дома культуры «Россия» сотни неравнодушных горожан. В воскресный день в ГДК пришли люди самого разного возраста, профессии и статуса, многие всей семьей, чтобы таким образом поддержать морально и финансово героев специальной военной операции. Спасибо большое всем жителям города Пытьяха за то, что они настолько душевно подходят к формированию ГУМ помощи. Всегда, когда мы даем объявления, откликаются, приходят. Но и за то, что вы сегодня пришли сюда, здесь, в воскресенье, потому что это очень большая, серьезная поддержка и организаторам, и, соответственно, тем людям, кто сегодня находится в зоне СВО, потому что они верят тому, что они делают, и уверены в своей правоте. Идея проведения концерта возникла у руководителя спортивной школы «Рекорд» и депутата Думы Пытьяха Алексея Трояна. Его инициатива была услышана при поддержке властей города, партии «Единая Россия» и женского движения, депутатского корпуса, волонтеров «Победы». Мероприятие состоялось. Организатором выступил культурно-досуговый центр. На участие в концерте откликнулись творческие коллективы, вокалисты Пытьяха и, конечно же, айкидоки. Из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска прибыли друзья-музыканты. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки-дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат: «Возвращайся домой». Я в первую очередь хочу также поблагодарить всех участников, которые выступали. Ребята старались, и действительно на такой нотке, на таком позитиве, чтобы действительно помочь нашим ребятам в такое нелегкое, можно сказать, время. Всем большое спасибо, молодцы. Пожертвовать сумму можно было разными способами, в том числе и приобретая различную продукцию. В фойе была развернута ярмарка. Свои товары представили частые гости благотворительных мероприятий. Что выбрала? Какую? Вот эту куклу? Точно? Точно. Ну все, давай, покупаем. Часть выручки мы, конечно, направим тоже в СВО. Мы не хотим остаться за бортом. Мы всегда с нашими ребятами, всегда поможем. Благодаря неравнодушию горожан удалось собрать довольно приличную сумму – 209 тысяч 80 рублей. Средства предназначены на лечение и реабилитацию военнослужащих, участников специальной военной операции. Заля Ташева, Данила Любаев, телекомпания «Пытьях-Информ».